Первые фонтаны в Курске появились после того, как в 1874 году был проведен водопровод. В начале 20 века действовало 8. Сегодня мы решили посетить те фонтаны, которые в разное время были в рубрике «Этот город самый-самый». Старейший из функционирующих водометов в Курске на Московской площади. Он появился в 1968 году. Говорят, что он возник благодаря первому секретарю горкома Калинину, который летал в Канаду на Всемирную выставку. После этого путешествия он решил создать фонтан. Архитектором взял Кремлёва. Позднее водомет планировали оснастить светомузыкой. До этого дело так и не дошло. Сейчас фонтан находится не в лучшем состоянии и работает крайне редко. Год назад его планировали снести и разместить на этом месте памятник поэме «Слово о полку Игореве» скульптора Николая Криволапова, над созданием которого тот работал 15 лет. Реализация проекта требует около 40 миллионов рублей. Но установят ли его на месте фонтана, пока неизвестно. Для памятника появился новый вариант для размещения – на привокзальной площади. Бурное развитие электроники, новых устройств и технологий подарило фонтаностроение новые возможности. Появились необычные водометы, поющие, танцующие, играющие, фонтаны-аттракционы – это лишь часть названий. Самый современный фонтан в Курске находится на улице Вишневая в микрорайоне «Полет». Его открыли в 2011 году. Стоимость объекта – около 15 миллионов рублей. Он не похож на другие водометы города, так как относится к фонтанам-аттракционам. Он соединяет в себе водное шоу и музыкальную программу. Вечерами включают подсветку. Часто здесь собирается молодежь, но особенно это место нравится детям. Ведь для них фонтан – это как площадка, на которой они могут поиграть в догонялки с водой. Водомет работает по алгоритму, который трудно вычислить. Через нержавеющие решетки струя то набирает высоту, то падает. И все происходит под сопровождением музыки и света. Самый большой по своим размерам водомет находится на площади возле цирка. Его запустили 1 июня 2012 года после реконструкции. 13-струйный светомузыкальный фонтан с подсветкой. Объемом 450 кубических метров, длина 50 метров и ширина 16. Оборудование для этого гидрообъекта привезли из Греции. Облицован фонтан высококачественным китайским гранитом. Подсветка позволяет воде играть всеми цветами радуги. При помощи программы можно поменять насыщенность и частоту включения. Желающим искупаться нужно быть осторожным. В воде находятся химические добавки и оборудование под напряжением. В центре города располагается самый зеленый фонтан, окруженный целым каскадом клумб. В 2002 году этот комплекс у гостиницы «Курск» реконструировали. Появились 3 небольших водомета. Все работы по благоустройству выполнили сами сотрудники. После поездки руководства в Липецк гостиничный ландшафт украсили бабочки и шары. Из-за засухи клумбу у фонтана еще не успели привести в нормальное состояние. Однако, как обещает администрация гостиницы, через 2-3 недели яркая композиция из цветов снова украсит этот небольшой оазис. И совсем скоро еще одним красивым местом, где можно отдохнуть летом, станет больше.